Еврей каждый день ходит на рынок, пробует семечки. Сегодня такие свежие. Конечно. Попробую. Да, на следующий день. А сегодня такие же. Тоже семечки свежие. Они каждый день свежие. Попробую. Хорошо. Через день. Ой, ну таки сегодня свежие. Продавец начинает орать. Слушай, ты каждый день ешь мои семечки, но еще ни разу не купил. Уходи отсюда. На что еврей нахмурил брови и говорит. Ой, ну так и сразу бы сказал, что их и нужно покупать. Я слежу за качеством его семечек. А он еще тут стоит, делает мне, давит мне на мозг, делает на нервы. Бих!